Заходи, проверь. Чего злись, а ну вперед! Вонючку разлил гад. Теперь все. Что значит все? А то и все. Собаки след потеряли. Сами же видите, товарищ старший лейтенант. Теперь часа два нюхать будут. Ну что? Пусти. Макараусов, давай через мостик на ту сторону. Ага. А ты? А я вдоль ручья. Это что, как пароход, что ли? Пароход, пароход, за ним! Сидишь? Товарищ комиссар, я вам все написал. Садись, Валентин Серпионович. Читал я в машине, пока ехал с концерта. Что же это получается? Немецкие парашютисты захватывают важнейшие документы Генштаба. И как это понимать? Виктор Семенович. А я тебе скажу, как это понимать. Налет гоп со смыгом. Только вместо фраера в галстуке усиленный фельдъегерский конвой. И где? Под носом у отдела СМЕРШ пропали важнейшие секретные документы Красной Армии. Пропали как месячные у беременной гимназистки. Где документы? Ой, нету! Ты знаешь, что это означает? Под угрозой срыва важнейшие планируемые операции группы войск Рокоссовского. Армейская контрразведка ни к черту! Подобрали молокососов! Кто у них там главный? Генерал-лейтенант Ладис. 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 Абакумов говорит. Соедините меня с управлением контрразведки СМЕРШа Белорусского фронта. Ладиса к телефону. Генерала Ладиса! Срочно к телефону! Свои. Где портфель? Где портфель? Где портфель? Документы где? Его теперь СМЕРШ надо, там дознаются. СМЕРШ? Я СМЕРШ. Ну, раз ты СМЕРШ, то порядок знать должен.
Ты откуда взялся такой? Капитан Коваленок, милиция тутошная. А это бойцы мои, сотрудники отдела НКВД. Да у тебя рука кровит. Маша, перевяжи. Опять я на банкет опоздал. Весь тебя был скучным, Краус. А мы тут с местной милицией столуемся. Я смотрю, горячий уже подали. С кровью. А милиция чего? Как всегда, вовремя. Коля, не мы твоему дружку Старлею ужинать не пришлось бы. Так, вот что, капитан Коваленок. Дальше наше дело. Все пустую. Четверых диверсантов грохнули, один сам себя кончил. Руку. Его после тоже перевяжи. А туда штаба не дойдет. Дойдет. Взять его. Тут Руковским оврагом ближе будет. А то до темна на дорогу не выйдете. Дядя Гриш, что же ты они вам даже спасибо не сказали, а? А мне их спасибо не нужно. Да. Да. Хорошо. Что? Товарищ комиссар, только что говорил с полковником Гонтарем. Немецкий отряд уничтожен. Одного прушетиста все-таки удалось взять. Они сейчас с ним работают. Где портфель с документами? У нас нет уверенности, но мы думаем, что немцы его еще не захватили. Садись. Немцы его еще не захватили. Мы надеемся, что документы еще на нашей территории. Надежды мне мало. Мне нужна ясность. Операция назначена на 10-е. У нас 4 дня. Если за 4 дня мы не успеем, всем нашим замыслам капут. Что, не нравится? Да странно пахнет, болотом каким-то. Конечно. Это тебе не в тепле сидеть. Ты вообще Кошкин. Кашкин. Че? Меня зовут Кашкин, а не Кошкин. Ну, Кашкин, Кашкин. Ты хоть бы чай предложил, что ли? Так во что, в столовой не покормили? Вот, значит, как. Кипятка жалко. Да нам не только чай, нам медаль полагается за то, что поймали диверсанта. Медаль? Смотрите, чтобы вам взыскание не вдули, герои. Ты не Кашкин. Ты же самый настоящий. Так, ладно. Сейчас принесу. Чего кричать-то? Тоже мне герои. Откуда немцы про штабной конвой узнали? Откуда? Разведка сработала. Ну, разведка-то понятно. Но такая информация просто так по городу не ходит. Ты хорошо подумал? Фашистский засланец в штабе фронта. Бери ближе. Маршрут конвоя разрабатывали у нас, в штабе армии. Слушаю, Абагумов. Уехал? Куда уехал? Ясно. Твой генерал Ладис уехал в штаб армии разбираться. Пока доедет, чайку попьет. Дармоеды, а стрелки тикают, тикают! Слушайтесь! Так точно, слушаемся. Кашкин! И мне чаю. Есть. Ну что, охотнички, настрелялись? Из 6 парашютистов одного взяли. У них 2 пулемета, товарищ полковник, были. МГ-34 и гранаты. Они весь взвод положили. Да садитесь вы уже. Здравствуйте. А, Иловская, заходите. Кашкин, принеси еще чаю. Есть. С нашим удовольствием. А вы что, тоже в наш отдел, да? А по какой части? Товарищ Иловская у нас переводчик. Вот уже 2 недели. Мне сегодня ваша помощь понадобится. Подождите меня. Хорошо.
Жаль, что раньше не познакомились. Лейтенант Макроусов. Сергей. Катя Иловская, переводчик. А с какого? Немецкого. Жаль, а я больше французский люблю. А хотите французский анекдот про немецкий язык? Макроусов, опять ты со своими анекдотами. Товарищ, может быть, на службу прибыл? Спасибо. Минуточку. Пожалуйста. Спасибо. Вот так. Как же мне хочется, Кашкин, к твоей фамилии еще одну К добавить. А это, кстати, Андрюха Терехов. Тоже из особого отдела. Здравствуйте. Макроусов, вот опять ты ерунду сморозил. И что это получится? Кашкинка? Связывайся со своим полковником. Готре. Пусть поднимает всех людей, всех, вплоть до последнего кашевара. Пусть прочешут тамошний лес, заглянут под каждый куст, под каждый лист. Мне нужен этот портфель, вот так нужен! Товарищ комиссар второго ранга, я считаю, что тут надо по-тихому. Что значит по-тихому? Ну, не стоит тамошним сотрудникам шума поднимать. Садись, обоснуй. Ну, в общем, чем стрелковый батальон в лес посылать? Я бы лучше толковых оперативников туда отправил, пусть бы они там следы поискали. Следы не успеют. Вот именно, так быстрее будет. Да и людей у нас нет. Кадры, что это за кадры? Пацаны после четырехмесячных курсов. Там фронтовиков-то много. Окопная жизнь, она ведь даже молодого быстрее научит. И никаких курсов не надо. Я Верховному доложить должен. За 4 дня управиться. Фамилия Наме. Сакс. Солдат Хайнрих Сакс. Рядовой Генрих Сакс. Он требует соблюдения условий конвенции о военнопленных. Вас арестовали в форме противника. Военнопленным не считаетесь. Bei der Festnahme halten Sie die Gegneruniformen. Deshalb können Sie kein Kriegsgefangener sein. Сотрудничество с нами облегчит вашу участь. Das heißt, es ist besser, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Das ist in Ihrem Interesse. Ich verstehe. Да, он сказал, что понял вас. Ich hoffe, Sie sorgen dafür, dass ich am Leben bleibe. Als Soldat baue ich auf Ihre Offiziere. Он надеется на то, что вы сохраните его жизнь, и еще... Что еще? Как солдат он привык рассчитывать на честь офицера. Пусть он о моей чести не печется. Если все расскажете, я доложу начальству. Beantworten werde die Kommando darüber berichten. Ответишь как коммунист, если что не так пойдет. Отвечу. Я сам возьму все это на контроль, чтобы документы были у меня. Крутись как балерина. Утром доложишь. А с Ладисом я сам поговорю. Товарищи офицеры! Садитесь. Больно. Товарищ генерал-майор. Гонтарь, а чем вы тут занимаетесь, а? Немецкие парашютисты высаживаются у вас под носом, уничтожают фельдъегерский конвой, захватывают пакеты с генштаба. 2 стрелковых отделения положили. Это 20 человек, 2 офицеров. Товарищ генерал. И танк. Но они мину заложили на дороге. Почему? Не подготовили полосу для фельдъегерского самолета около штаба фронта. Почему позволили курьеру ехать 15 километров по лесу? Кто начальник аэродрома? Майор Голиков. У нас взлетно-посадочную разбомбили. А фельдъегерская служба сама маршрут прокладывает. Это не в нашей компетенции. Не в нашей? А что в вашей? А? 5 парашютистов уничтожены, включая офицера. 1 взят в плен. А портфель где? Есть портфель?
Нету. Группу они послали. Ну, портфель они, очевидно, в лесу спрятали. Так ищите, ищите. Товарищ генерал-майор, сейчас ночь, и в лесу ни черта не видно. Кто диверсанта брал? Старший лейтенант Терехов, лейтенант Макроусов. Твои? Мои. Ну, там еще этот из милиции Любинской был. Как его? Капитан Коваленок. Тяни твою машину. Дожили контрразведчики хреновы. Милиция у них диверсанта ловит. Всем, кроме полковника Гондаря, выйти. Ну, чего ждем? Виноват. Садись ты. Ты что, диверсант? Его. О, надо посмотри, а. Новей нового. К нам еще не поступили. Из-за такой ерунды чуть не попасть. Кто знал, что у Тамарки в женихах целый полковник. Слушай, давай обратно в госпиталь. Да, в госпиталь. Ну, чего ты, во-первых, там можно подзаправиться. А во-вторых, там Симка. Симка? Симка. Медсестра отзывчивая. Ты ее днем видел? Что? У нее кличка Фердинанд. В честь фашистской самоходки. Вот. А ты что? Ты что с ней забрался на фронтовой альбом фотографироваться, а? Где нем содержите? В следственной части. Сказал что-нибудь? Говорит. Говорит, что портфель с документами у их командира был. Где-то ты спрятал портфель, он не видел. Как же немцы портфель-то узнали, а? А мы радиста засекли. Правда, шифровку не раскололи. Ваня, ты понимаешь, что ты говоришь, а? У тебя в СМЕРШе немецкий шпион. Ваня, ты понимаешь? А почему у меня? Пакет в штаб фронта ехал. Может, со всеми и у меня? Ты в штаб фронта не лезь, я там сам всех на уши поставлю. Ты лучше о своих позаботься. Где твой начальник связи? Дежурный! Начальник отдела связи ко мне! Капитан Устинов в лазарет отбыл. А вот этот лейтенантик, ну, что за парашютистом бегал? Где? Да здесь он. Ну, позови. Есть! У тебя чай есть? Так точно. Принеси. Есть! Ну, давай думать, Гондарь. В дерьмо влезли. Надо выбираться. Пакет найти надо, если он, конечно, к немцу не ушел. А и то нам с тобой бошки снесут. Это понятно? Понятно. Стоять! 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 Боец, не в службу, а в дружбу. Подвези нас. В госпиталь я, капитан. Не видишь? Мы что же в госпиталь? Вы с ума сошли? Мы раненых везем. Убирайтесь с дороги. Трогайтесь, чего ждете? Как я сказал, подвезти. Исполнять приказ. Волков, ты что, не дури? Заметут ведь. А там вместо эскадрильи отправят в черной телогрейке болото носом пахать. Бомбардировщик. Разрешите. Товарищ генерал, старший лейтенант Терехов по вашему приказанию прибыл.
Проходи, Терехов. И садись, побеседуем. Есть. Ну, какие мысли старший лейтенант Терехов имеется? Товарищ генерал, я считаю, что в штабе армии или у нас в СМЕРШе работает шпион. А с чего такие выводы, лейтенант? Откуда немцы узнали про генштабовский конвой? Правильно мыслишь. Значит так, я поручаю вашей группе найти портфель радиста. Может, через него мы и выйдем на предателя. А не управиться вдвоем, так, товарищ генерал-майор. А я тебе две группы дам из штаба фронта. Больше не могу, у самого людей нету. А вот и чай прибыл. Товарищ генерал-майор, разрешите? Да, что? Там такое! На окраине радиста нашли. Мертвого! Что? Где? В доме на Краснотульской, там сейчас милиция работает. Хорошенькое здесь, а? Терехов, берешь Макровосова и срочно туда. Смотри, чтобы милиция в это дело не лезла. Есть. Скажешь, я приказал дело в СМЕРШ передать. Есть. Действуй. Может, чайку? Да пошел ты. Есть. Да. Весело тут, Ваня, у вас. Я не хочу. Я не хочу в эскадрилью зайцев, слышишь? Не хочу. А кто тебя спрашивать будет? Излечился от ранения. И снова в бой. Летать на своей пешке. А? Собьют меня, Петька, собьют. Так уже сбили. Подлатали, снова орел. Ну, чего теперь бояться? Ты ж знаешь, два раза не бывает. Сам знаешь, что бывает. Да я жить хочу. Пошли. Пойдем, пойдем. Шея сломана. Ой, да когда он с лестницы упал? От падения с лестницы. Лестница через Т пишется, дурья башка. Не положено. Армейская контрразведка. А это ты, лейтенант? Дело передали в СМЕРШ. Как это передали? Рацию нашли, значит, точно к нам. Лоренс. Радист ваш мертв. В погребе лежит. Что здесь произошло? Постоялец, гражданин Санчук. Убил бабушка, хозяина дома. Бабушка фамилия убитого. Вот этот заметил рацию, ну, хозяин на него и набросился. Я санитар в госпитале работаю. Вот мои сидеть, документы. Сидеть, Санчук. Рассказывайте. Товарищ старший лейтенант, я со смены иду. Ну, я во вторую работал. И я смотрю, в окна у меня светится. Думаю, кто там, черт, кого занес? Ключ у меня от дома. А потом я вспомнил, что ключи у хозяина были. Думаю, а что за, ну, хозяин в 4 часа утра у меня делает? Я вошел, я смотрю, лаз открыт, и он оттуда вот эту вот бандуру он тянет. Я смекнул, что это радиостанция. Он на фашистов, гад, работает. Ты врешь, ты все, сволочь, врешь! Не можешь к Донецку работать! Кто это? Не мог, он не работает! Тихо! Кто вы? Я жена! Мишка в погреб за самогоном полез! Ему врач спирт прописал, а где нам спирт взять? Я за ним посмотреть, чтобы с лестницы не свалился. Да тут такое! Я на улицу на помощь звать, а этот за мной! Да он ножик со стола схватил и на меня! Какой нож? Терехов. Товарищ старший лейтенант! Он на меня навалился, я еле вывернулся, вот я и... Гляди. Слушай.
Что здесь? Вроде комната вторая. А ну, пошли. Товарищ старший лейтенант, я всю правду рассказал. Богом клянусь. С Богом потом разберешься. Встать! Да мне награда положена! Я немецкого диверсанта обезвредил! Эй, старлей, смотри, дров не наломай! Напал он на меня. Напал, говоришь? Да. Такому удар ножом нас учили в разведшколе. Соколиный коготь наживается. Ты слал шифровку, а? Ошибаюсь, лейтенант, не слал. Не слал? Нет. Старлей, не надо! Ты совсем про курьера! Говори быстро! Андрей, может, он в следственный отдел? Отойди от двери! Не по закону. Андрей, кто работает на немцев штабе? Ну! Ну! Степан! А ну говори! Ну! Не стреляй! Danach wurde mein Kamerad von Russen getötet, die uns verfolgten. Потом его товарищи убили русские, которые гнали за ним. Как вы получили информацию о штабном конвое? Sind Sie wieder deutschen in Ihrem Informationen über das Stabskommando bekommen haben? Nein, das weiß ich nicht. Он не знает. Где ваш командир? Er ist der Leiter. Майор Шефлер. Майор Шефлер. Das weiß ich nicht. Он не знает. Ich habe nur mein Leben gerettet. Он спасал свою жизнь. Ну, где портфель, он тоже не знает. Спросите у него. Спросите. Вы из Актентаж? Вы из НЗС? Нет. А я наивно полагал, что он сейчас нам координаты выдаст. Что спросит этим мне? Он спрашивает, что с ним будет. Ну, ему еще рано об этом die думать. Antwort auf diese Frage bekommen Sie später. Ну, на сегодня все. Я распоряжусь, чтобы вам дали мою машину. А, нет, нет, спасибо, я пешком. По свежему воздуху? Да. Понимаю. Я не хотел. Понимаете, не хотел. Он побежал и... Здесь расследование, а не курсы ворошиловских стрелков. А я бы тоже пальнула. Он же мог уйти. На, попей, Степка. И не скули, Степка. Все правильно сделал. Правильно? Ну и что мы получили? Два трупа вместо одного. А ты, Старлей, тоже хорош. Вот бы рацию проверил. Ей же 100 лет побед. Дознаватель хренов. Не кипятись-то, капитан. Наша служба так и называется. СМЕРШ шпионом. Дело нам передали. Ну и все. А, боже мой, Маша, что же это будет? А ты не бой. Раньше надо было думать, кого жить пускаете. Так, а что сидим-то? Степан, садись, новый протокол составлять будем. Угу. Кулешова, поможешь опись вещей сделать. Все, есть. Вперед. Ехать надо. Сейчас Гонтарю доложим, что шпион ликвидировали. И спай. Это еще что такое? Свечи, скорее всего. А ведь милиционер прав был. Ну, черт, а? Пробуй. Будет и на нашей улице праздник. Ты о чем? Баба. Не-не-не-не. Погоди, погоди, слушай, можно давай лучше все-таки к Симке туда, в госпиталь? В чем дело, капитан? Давай познакомимся. Да вы что, пустите? Какая красивая, а? Отпустите сейчас. Красивая. Да перестаньте. Какая? Да, отпусти, слышишь? Отпусти, слышишь? Отпусти ты меня. Отпусти, слышишь? Слышал? Ай, спокойно. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Да, ну, не надо, я не Жора. Хочу. Жора, потрогай. Кричал вроде кто-то. Да, да, сейчас поедем.
Как же там поехали в госпиталь? Там за Симка, там это... Жор, отпустите ее! Уезжай отсюда! Тише, тише, Мира! Тебе что, не все равно с кем, а? Типа, они меня завтра могут убить. Я любить хочу. Пожалуйста, ну, полюби ты меня! Полюби меня! Слышал где-то там? Да слышал, слышал. Свечи завело. Давай чинись, я пройдусь. Ты куда? Полюби! Не надо. Ну не надо, пожалуйста. А ну встать! Не знаю. Не надо. Встать быстро. Чего ты? Я поделюсь, а? Оружие положи. На землю. Вот ты как. С капитаном военно-воздушных сил. Ты что, собирался? Ты быстро уходи! Где мой ремень? Да вот он, надо и быстрее! Опять ты без меня хотел справиться? Лежать! Всем лежать! Бросай оружие! Офицер, мы из особого отдела. Я лейтенант Макроусов. Макроусов? Ага. Серега? Ну? Отставить, я знаю лейтенанта. Бранд? Да, слушаю. Хаила. Найн. У главнокомандующего нет сегодня времени для вас. Добрый день. Добрый день. Главнокомандующий ждет меня. Присаживайтесь, пожалуйста. Я Отто Скорцени. Я вижу. Большая честь сидеть рядом с великим воином. Восхищаюсь вашими подвигами. Кристофер Йегер, профессор археологии. Вот здесь я снимаю комнату. Спасибо вам, товарищ. Пожалуйста, давай. Ничего. До свидания. Значит так, товарищ Котеловский. Ночами, конечно, не просимся, но... Да, извините, я просто очень устала. А. До свидания. До свидания. Ну что застыл-то? Садись. Довезу тебя до штаба и без приключений. Оба! Зверь-машина! Не прибыл еще. Ах, Устинов! Здравия желаю, Иванович. Вызывали? Капитан Устинов, попрошу докладывать по уставу! Виноват. Товарищ полковник. Капитан Устинов по вашему приказанию прибыл. Ты где был?
Явился Сивка-Бурка. Ты знаешь, что у нас тут происходит? Фронтовое начальство только что уехало. Мне Ладис чуть голову не снес. Где, говорит, твой начальник отдела связи? Тут радиограммы немецкие перехватывают, а его нету. В лазарете он. На процедурах. Так я и был на процедурах. Знаю я твои процедуры. Небось, какой-нибудь медсестрой лечился. Ну, почему же? Вот у меня документик есть. Военврачом подписан. Предусмотрительный. Так вот что, еще раз отлучишься, по трибунал отдам. Чтобы с этой минуты был все в отделе. Все время, без отлучки, хочешь, ночуй там. Есть. Есть. Ну что, с немецкой шифровкой? Там код новый. Мы пока с таким еще не сталкивались. Может быть, в Москву отправить на дешифровку? Да в Москве наша шифровка будет полгода в очереди стоять. С каждого фронта знаешь, сколько их приходит? А нам это сейчас нужно. Да, ты вот что, слухачей своих напряги. Может, опять передачи пойдут? Есть. Есть. Вот нам бы машину пеленгатор, а, товарищ полковник? Будет тебе пеленгатор, я только что звонил в штаб фронта. Освободиться пришлют. Все свободен. Понял. Есть. Разрешите идти. Иди. Старший лейтенант Терехов. Ну что? Доигрались? Виноваты. Была одна ниточка, и то упустили. Теперь нам радист этот ничего не скажет. Но там милиция начудила. Милиция, вы для чего там были? Как слоны натоптали. Контрразведка. Товарищ полковник, я считаю, что это не наш радист. Точнее, не тот, которого мы ищем. Ну-ка. Объясни. Немецкая радиограмма была послана с шифровальной машины. А у Сенчука так, хлам. Значит, кто-то из наших? Правильно мыслишь, лейтенант. А ты узнай, кто и где был во время радиосеанса. Начни с шифровального отдела. Через них все сведения проходят. А ты, Макроусов, в лесу поработаешь. Товарищ полковник, может быть, нам помощь попросить? У кого? Там милиционер есть, капитан Коваленок. Очень хорошо знает лес. Да не нужен мне этот капитан. Дайте мне лучше стрелковую роту. Мы по лесу цепи пройдем, а вот чего и отыщем. А мне твое авось не нужно. Еще цепью все следы потопчете. Ну, значит так. Берешь милиционера и от той самой дороги, где они наш конвой положили, до того самого места, где мы последнего диверсанта взяли, пройдешься. Выполняйте. Есть. Есть. Ну вот. Мне с этим капитаном всезнайкой по болотам шастать. А тебе в тебле бумажки перебирать. Да? А теперь ты на эту проблему по-другому взгляни. Тебе свежим воздухом дышать, а мне пыльные папки перебирать, да нашим сотрудникам в душу заглядывать. Давай поменяемся? Нет. Лучше уж по лесу. Да. Я когда за этим немцем бежал, мешок унижу пустой был. Ну так, на всякий случай. Понял. Спасибо. Несколько дней назад мы получили шифровку из Белоруссии. Наш агент сообщил, что в русский фронтовой штаб должен прибыть курьер с секретным пакетом. Если мы узнаем планы противника, то мы сможем его опередить. Вы понимаете, насколько нам важен этот пакет? Белоруссия? Насколько мне известно, там сейчас тихо. Русские перешли к обороне и не предпринимают никаких действий. Тем важнее для нас узнать, что в этом пакете. Эта тишина мне не нравится. Она похожа на затишье перед бурей. Возможно, русские намереваются нанести удар по армейской группе «Центр».
Вы хотите, чтобы я отправил туда надежных людей? Это уже было сделано. Диверсионная группа майора Нойбера перешла линию фронта и, уничтожив конвой, захватила пакет. Это великолепно. И что было в пакете? Этого мы не знаем. Русские среагировали быстро. Согласно сообщению нашего агента, им удалось ликвидировать наших парашютистов. Значит, операция провалена? Не совсем так. Такой вариант был предусмотрен во время разработки операции. Майору Нойберу удалось спрятать захваченные документы в лесу, прежде чем его взяли в плен. Так значит, этот Нойбер жив? Да, и он один знает, где этот пакет. Чего вы ждете от меня? Вы должны достать этот пакет. Позвольте спросить, что важнее? Пакет или жизнь майора Нойбера? Да. Ваша трапеза. Хай Гитлер. Хай Гитлер. Да, и еще, штурмбанфюрер. Мой секретарь Руди любит порядок во всем. Кодовое название операции пусть будет... Лисья нора. Василий, ну зачем? Думаю, приятно будет. Мне приятно. Только когда вы это успели? Я все сутки на дежурстве за двоих расхлебываю. Меня капитан чая попить отпустил, я сразу в лес. Там полянку одну нашел. А капитан уже здесь? Да, тут он. Злой от Гонтера вернулся. К нам офицеры пришлют из штаба. Зачем? Немецкого агента искать. У нас? Мы ведь эту шифровку так и не раскололи. Нет, вы представляете? Они думают, что сведения прямо из отдела шифросвязи выходят. А чего вы тут так разволновались? Не знаете, как оправдать свое отсутствие во время радиосеанса? А чего мне волноваться? Я, между прочим, можно сказать, живу в нашей шифровалке. Я, Екатерина Евгеньевна, по другому поводу волнуюсь. Здравия желаю, товарищ капитан. Как лечение? Спасибо, что волнуетесь о моем здоровье. Еремеев, что у нас со второй шифровкой? Пока ничего. Тот же позывной, тот же код. А разве был еще один сеанс? Да, сегодня 4:30. Товарищ капитан, похоже, нам самим не справиться. Тут спец нужен. Где я тебе спеца возьму? Может, из Москвы выписать? Разогнались. Это что такое? Ландыши. Еремеев, иди займись делом. Носишь тут цветы. Твоя смена закончилась? Закончилась. Ну и иди теперь. Есть. Так как же с шифровкой? Буду думать. Разрешите идти? Иди. Есть. Да ты садись, что стоит-то? Тут такое дело. Полковник Гонтарь надумал проверку устроить. Вроде как у нас предатель завелся. Немцев на конвой навел. Стало быть, кого из наших на месте не было, того и трясти будут. Ну, конечно, и правильно, я бы и сам так сделал. Только теперь те, кто и ни при чем пострадать могут. Знаешь, а мне позарез надо было в одно место съездить. Родственник у меня в лазарете. А документы мне там, конечно, не выдали. Ну, поскольку я не совсем официально там был. Понимаешь? А ты в госпитале, в архиве работаешь. В общем, если вдруг какой разговор возникнет, скажи, что мы вместе были. Капитан Устинов, старший лейтенант Терехов. Гонтарь послал. Так точно. Разрешите идти. Идите. Здравия желаю. Друг с друга не сводим мы ласковый глаз.
Что? Хорошо, штучка. Приступим к делу.